Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Чертанцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, это состав Лиона. Команда сыграет по схеме 4-4-2. А в группе атаки форвардов поддержит выдвинутый чуть-чуть вперед полузащитник. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Чертанцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, это состав Лиона. Команда сыграет по схеме 4-4-2. А в группе атаки форвардов поддержит выдвинутый чуть-чуть вперед полузащитник. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Чертанцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, это состав Лиона. Команда сыграет по схеме 4-4-2. А в группе атаки форвардов поддержит выдвинутый чуть-чуть вперед полузащитник. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Чертанцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, это состав Лиона. Команда сыграет по схеме 4-4-2. А в группе атаки форвардов поддержит выдвинутый чуть-чуть вперед полузащитник. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Игроки Лиона разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Работает защита. Хорошо работает. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Набиль Фекир. Бей и выводи команду вперед! Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака.